Всем привет! Сегодня рассмотрим простенькую китайскую сигнализацию на дверную ручку. Не все понимают нюансы ее работы, поэтому решил показать. Поставляется в блистере. В комплекте только сигнализация и инструкция на английском. Корпус пластиковый. Сбоку тумблер вкл-выкл, а сверху идет провод, за который она и вешается на ручку двери. В инструкции указано, что питание от батарейки 9 вольт, по-видимому крона, но на самом деле питается от обычных пальчиковых батареек. Решил разобрать и показать, что там внутри. Я в радиотехнике не особо разбираюсь, но кому-то возможно будет интересно. Габаритные размеры корпуса 60 на 100 на 25 мм. Поставим батарейки и посмотрим, как работает. При включении около 30 секунд она срабатывать не будет, давая время повесить ее на ручку двери. В инструкции указано, что она будет некорректно работать на металлических дверях и не будет работать на пластиковых или деревянных ручках. Срабатывает она именно от прикосновения к проводу или к металлической ручке, с которой этот провод контактирует. У меня батарейки немного подсажены, поэтому она срабатывает не с первого прикосновения. В таком случае можно намотать провод на ручку, так сенсор будет более чувствительный. Кстати, у меня дверь металлическая, но внутри вставка из дерева, и сигнализация работает нормально. Ссылки оставляю в описании. Поддержите канал лайком или комментарием. Спасибо за просмотр, увидимся!